автомобиль производит очень интересное впечатление. Классная история, я очень люблю проекцию на лобовое стекло. Здесь она качественная, здесь она тебе показывает и обороты, и скорость, и распознает знаки. Я думаю, что, скорее всего, также дублирует информацию с навигационной системы. Ну и мотор. Так вот, навскидку, нормально тут крутящего момента. Может даже 500 или 550 ньютонов крутящего момента. Вот так вырывает снизу хорошо. Найбільше він мені сподобався енергоємною підвіскою, але навіть у спортивному режимі руль легковатий, як на мене. Так, да. І машинка дозволяє трошки поковзати в повороті, але треба бути обережним, бо момент початку ковзання він наступає раніше, чим очікуєш від такої машини. Пробував систему попередження попутнього зіткнення. Взагалі, я такими системами не користуюся, але для такого швидкісного автомобіля, мабуть, вона буде не зайва. Небольшой, как для Ягуара, кроссовер в очень модной нише с классическим подходом Ягуара, то есть с очень точной управляемостью, с хорошим комфортом, с таким двухлитровым, могучим, хорошо звучащим двигателем. Это чувствуется, что это младшая модель в линейке, немножко материалчики попроще, где-то чуть ощущение в более, как бы, менее респектабельном автомобиле, но в принципе, я думаю, что если с ценником покупатель может жить, значит, с этим размером Ягуара, то why not? Отличный городской кроссовер, который метется даже по проселку на 20-дюймовых дисках, очень комфортно. Очень понравилась эргономика, посадка и классное сиденье. Можно настроить валики под свою фигуру. Большие, что мне вообще в автомобилях нравится, это большие диапазоны регулировок, когда можно руль близко, ну, я люблю посадку близко руль подвинуть, и тут настолько огромный диапазон, что, я думаю, под любого человека, под его желание, чтобы ему было удобно, он найдет себе удобное местоположение. По бездорожью он едет, конечно, потрясающе. Вот когда мы ехали сюда, мне досталось на нем ехать. Ну, не хватало мотора, там как-то не казался, что это там настоящий Ягуар. На бездорожье он супер. Во-первых, можно отключить ESP. Очень толковый полный привод. Машина поворачивает, ввинчивается в повороты на грунте чудесно. Ну и очень важно тормоза. Толковые, очень цепкие. Ну, машина номер один, которая вот сегодня проехала в лесу. Он ведет себя как джентльмен, и при этом это кроссовер. И вроде как бы и это Ягуар, и кроссовер. Оно немножко не совпадает, но он остался Ягуаром. И это очень здорово. То есть ты себя чувствуешь на спортивном автомобиле, на британском автомобиле, и при этом ты себе можешь не отказывать в том, чтобы выехать с трассы куда-то, и все. Расход топлива прекрасный, то есть, ну, для этого автомобиля, для этого мотора. Ну, в общем, это честно говорю, это из всех машин, банальная фраза, я бы взял.